простой маршрут вообще был, или там какие-то анальные приколы были? Он был бы простым, если бы этот мудак не нажимал мои педали. Типа он должен мне помогать был, а на самом деле я бы ему пи***ть с удовольствием дал бы. Нет, я имею в виду, он что, за тебя газ нажимал, за тебя тормоз. Именно! И вот именно поэтому... А ты вообще что-нибудь делал? Я крутил руль по факту. Типа он говорил все время, типа, ну не говорил, типа показывал, там же видеорегистратор, потом могут пиздать. Типа он по такой, типа показывает поворотники, это я такой смотрю, блядь, ну ты мудак что ли, а? Я без тебя знаю, что здесь надо поворотник включить. Вот просто, вот нажимал за меня газ, это, я еле успевал, короче, это, какой, выжимаю сцепление, там это уже 5000 оборотов, нахер он хуячит, я, короче, это, не успеваю, короче, это, передачу воткнуть, он такой... Так, сука, неуверенное пользование органами управления. Неуверенное использование ебало у тебя, а не органов управления у меня. Серьезно, чувак, это просто пиздец был какой-то. Первое у меня, это, ну, неуверенное, это, вот эта хуйня, короче говоря, типа, обороты превысил, ну, потому что этот мудак газ за меня нажимал. Вот. А второе, это я заглох по той же причине, потому что он, сука, не дал мне педали нажать. А, погоди, то есть ты заглох в городе, да? Да! Из-за этого долбоба. Потому что я нажимаю сцепление, а оно хуй пойми, где находится, короче. Ты нажимаешь сцепление, а оно хуй где находится? Я пытаюсь. Пытаюсь нажать сцепление, где оно всегда, это педаль. А он уже ее нажал, долбоёб. И только я пытаюсь нажать сцепление, он, сука, его отпускает, нахуй, и я глохну, блядь. Такой просто кретин, я не могу. То есть она у тебя полностью отлетает? Да, вот он... именно, он, наверное, долбоёб сидит, думает, сука, ну сейчас я отпущу, он, короче, за меня нажмёт. А я такой, это, он отпускает, сука, я чувствую это, и уже прям вот готов ногу убрать, потому что он сцепление держит. А он, сука, в этот момент отпускает, и все. И все, сука. Ну, это, короче, CODD машины, блядь, вагина, блядь. Вот, короче, вот такие вот хуи разъезжают, короче, ну, только без мигалок, и, короче, скринят нарушителей. А, я ну их, это только вообще... если в центре было. А ты вообще сам ездил, или тебе инструктор опять нажимал на педали? Не, он не... Вот он, чувак, он святейший человек, он ни разу мои педали не трогал. Я все сам чисто делал. Вот честно, чувак, у меня дикое желание эту хуйню сбить. Ты понимаешь просто, да? А это называется переход в неположенном месте. Да, карается смертью. О, спермоомыватель. Сперморазбрызгиватель. Сперморазбрызгиватель, а не зимой. Да-да-да. Это блясо какое-то, чувак, вот серьезно, как вот отсюда ты херачишь по вот этой траектории, сбиваешь вот этого вот бородача, ёпта, и вот как-то вот сюда проезжаешь. При этом у тебя еще, сука, помеха справа, ты должен на перекрестке как ебанько стоять. Может, там есть какой-нибудь 2013? Голубь Арсений, автоэксперт. Чувак, я тебе про тазы столько могу рассказать, что ты охереешь от жизни. Ой, короче, все, нахер, забей. Там, короче, фары конченые были, вот все, все, что тебе надо знать. Так, ну, короче, вот это вот, сука, выход из метро. Я каждый день его прохожу, он меня заебал уже. Короче, здесь терминалы стоят, можно было деньги снять, теперь их заварили нахуй. Это, короче... Это птеродактиль. Ну-ка, погоди. А, блин, он это, садится. Я думаю, он трахает кого-то. Асфальт. Так, едешь. Еду нахуй, ту-ту-ту-ту-ту. Хуячу такой, с грустным ебалом, с музыкой в ушах, короче. Избивают, да? Тут, короче, у нас поставили эту хуйню, велопарковку, короче говоря. Тут, сука, с утра просто Лондон ебучий, там пиздец стоят, курят, короче, вообще. Просто их дохера. Здесь обычно жиги, бэхи стоят всякие, короче, припарковки. Вот прям здесь вот. Еврейский музей, ну короче, там пиздец, евреи входят, чувак. Да, если... прям такие с бородой, то и в черных. Они не с бородой, они, знаешь, с кудрями вот этими, которые вот висят это, из-под шляпы, да-да-да. Вот это суд, короче, нас сюда на экскурсию водили. Тут меня судили. По первой статье. На соседнюю полосу перемещайся. На полосу? Ты думаешь, что здесь выбирать можно? Нет, ой, это полос. Короче, другое, дресня. Блять.
Вот, прямо, давай, поехали. А чё здесь? Вон, видишь, дресня висит над светофором основным. Вот А, эта параша да. мелкая. И как ее увидеть? Просто ты мне объясни. Ну, чувак, у трамваев же какие там окна большие. Это не ёбаный аквариум, в котором ты сидишь, нищеброд. Блять. Во! А, так, да. Ой, ебись, оно все в три прогиба. Я не знаю, короче. Ну-ка, а здесь есть линия? А ее нихуя не видно. Остерлась уже. В ёбаном аквариуме это не увидишь, чувак. И ты должен, получается, что ли, оторваться от сидений и в окно посмотреть переднее. Конечно, из лобовухи, блин. Ебалом, короче, пробить ее это такое и посмотреть. Там, короче, видишь вот этот русский ресторан вот сейчас правее? Там, короче, это хачик Ну, русский хули. Он коренной житель Москвы, хули ты приебался. Значит, я немножко в глаза долблюсь. Не немножко одолблюсь. Чё, блядь, съебали, чего вам надо, почта? Чувак, ты знаешь, сколько она уже стоит у меня, блядь? Алиэкспресса, ебать, сколько товаров коронавирусных. Что? Инстант? Чувак, Винстон, это сигареты. Как сигареты могут быть Погоди, погоди. безалкогольными? Блин, это нарезка. Я просто нарезку пересмотрел, думаю, вышло. Я там, понимаешь, там нарезки просто ты Винстон это построил. Я, короче, сказал Винстон безалкогольный, после этого меня, короче, штырит от этой фразы. Я знаю, что типа Винстон это сигарета. Сука, нахуй. Но в этом и прикол. В смысле, как у безалкогольной быть? Выберите Знаешь, это ваш. такое учение, как будто типа проверка это на психа. Чувак, помнишь, я тебе сайт кидал? Меня уже ничего не возьмет, все. Где-то наждачка была. Я тебе говорю, меня уже все, ничего не возьмет. Это в метро, что ли? Нихуя. Старый вагон, блядь, где бомжи спят. Они, чувак, они везде находятся. Блядь, что это за склеп? Это, сука, психушка. Слева это где? Слева это голубь. Вот Ну, здесь, что ли? нет, дальше иди просто туда, прямо по дороге. Ну, иди, это навряд ли, Нет, конечно. назад. Да, блядство, разврат. А я не могу, чтобы у меня дверь была открыта. Потому что спалят еще, блядь, всем нахуй мне это надо. А у тебя замка нету? Чувак, у меня комната проходная, понимаешь, в чем вся проблема? В смысле, проходная, У что ли? меня идешь из коридора, заходишь в мою комнату, поворачиваешь и в еще одну комнату попадаешь. А, у меня просто из комнаты в комнату, потом на балкон. Ну Поэтому я вот. тоже считаю проходная, самая. Ну вот, я понимаю, почему ты так мало дрочишь. Все, я понял, короче. Чувак, я говорю, я на электричке, сука, иди в пизду. В Подмосковье только на машине. Так, сейчас пока. Я просто голубое сало, что бывает такое? А, это все, понял. Ну да, если нас это задержит, не важно. Ой, чувак, там вот, если в Адуляре там все время, я не знаю, какие-то охранники вроде существуют, то здесь вообще никогда никого нет, абсолютно. Да потом нас задержат. За что, сука? За распространение угара. Чё? Мне просто издали показать, что это Майнкрафт. Короче, тут похоже какой-то. Да, рядом с Новой ист. пиздяевкой. Ну чё набрать-то? Гей-клуб. Не, ну набери, мне просто интересно, что он тебе выдаст. Сейчас, погоди. Так. Три обезьяны. Чик, ты понимаешь, что это теперь компромат? Да. Не, погоди, а чё, они реально есть, что ли? Это ночной клуб, смотри. Ну, и чё? Ну. Тебе что-то не нравится?
Что там факи? А, это микробия. Центральная станция. Они что, на заброшке, что ли, развлекаются? Что они в гей-клубе забыли? А, блин, я думал, это два мужика остается. Пи***ц. Что это за сратый сайт? Почему здесь одни милфы? На что ты нажал? Погоди, на что ты нажал? Вот на ссылку. Почему здесь милфы одни, сука? Че это за страшное уебище? Я тебе говорю, что это? Для милф, что ли? Это вторые блюда, шашлыки. Не, а развлечение-то, сука. Я ничего не понял. Хочется видеть видука травести. Но еще секс. Ну ты нашел, я так найдет все. Да, 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 да. Это пиздец, мне нравится прям. Особенно ответ, это что-то просто. Такой, у нас, такой информации у нас нет, но у нас бывает, что заходят одинокие орлы. Ну я повторюсь, это Яндекс найдет. Ахер, я не могу, сука, это смотреть. Арбат, да? Допустим, Арбат. Что здесь? Что здесь сложного в дороге? Вот? А, грузовик. Грузовик перекрывает дорогу тебе. Сука, Арсений получил права и не знает знаки. Да мне насрать, я ни разу такой знак не видел, серьезно тебе говорю. Ну я поэтому и спрашиваю. О, что было в 2008? Давай посмотрим, что было в 2008. Ух, сука. Куда мы попали? Мы отъехали. Не в смысле. Ну-ка, сюда можешь переместиться? А, ну там нет, короче. Я понял. А, ну в целом нихуя не изменилось. О, чувак, смотри, какая респа. Чувак, смотри, какая респа классная. Так, чувак, это ж центр. Мы ж Кремль с Арбатской выходили или откуда? Мы нет. Бля, ну короче, ладно, хуй с ним. Чувак, вот. чувак, смотри, они вышли на проезжую часть, видишь, они нарушают. Нет, это они на островке безопасности. Они знают, не надо, не надо, сука, они знают. О, здрасте, а чё он здесь забыл? Регулировщик живой, охереть! А чё он здесь делает? Он переходит дорогу, не помню. В неположенном месте. Компромат, чувак. А у него лицо замазано, ты даже не узнаешь. О, что... О, смотри, Москва, Бляда Сити. Где? Прямо из. А, это? Да. Это метро деловой центр. Сложная дорога. Нет. Через 1 метр меня решили водительских прав. Которых у меня не было. За то, что я не остановился на требования этого регулировщика, который в неположенном месте переходил дорогу. Не, вот центр, да, вот знаешь, этот... Знаешь, как будет на самом деле, Арсений, короче, ты едешь, ты стоишь 3 часа и все. Приезжаешь домой, а просто нет. Китай, город, Арбатская библиотека имени Голубя. Библиотека имени Голубя. Интересно, это вот после гей-клуба посмотреть на это, чтобы восстановиться. Да. А чё это за Я чё-то хотел посмотреть. Аудиотечника ТВ. Да зачем тебе аудиотеч, когда здесь что-то поинтереснее есть? Чувак, ну ты что, ну ты пи***ешь что ли, а? Что? Ой, погоди, тихо. Чё? Что? О, пивербин как-то пахнет. Продолжай. Я не понимаю, вот Яндекс.Карты, почему, сука, мне какой-то обуснет показывает район. Меня интересуют конкретные координаты. Просто если посмотреть на... Это как его? Микки-маппи, да? Арсений Гуев, сука, певец профессиональный. Стаж 20 лет, да? Да какая Википедия? Ты дурак, сука. Это долбоёб. Вот именно. Вези меня, мразь. Чехов. Какой, сука, Чехов? Чапаев! Чехов из Russian Raiden, сука. Всё. А я знаю, что ты дрочишь. Возможно. Представь, что я указываю тебе сейчас в заброшку. Я сейчас тебе эту...
Я сейчас тебе ванну с этой заброшкой запихаю. Смотри, просто по архитектуре заметно, что типа вот здесь она, вот видишь, да? Мне вообще мозг вытечет, нахуй. Серьезно, вот, я не понимаю. Арсений напрягается. Я не понимаю, вот это среди где-то вот здесь, да? Арсений, у меня минус 5 FPS, понимаешь? У меня один кадр на 5 секунд. Понятно. Ждем. Ожидаем, пожалуйста. Хороший интернет, и сейчас он обязательно с вами не свяжется. Называется анальные дебри. Хоть меня тапком отпи***ли, я все равно это забываю. Анальный анус. Не, Надя, иди нахуй. А, вот. А я нет, это корпус 13. Вот найдите мне вот такое же здание буквой... Пинг 2000! Сука, пинг 2000 в одну сторону только. Во! Ебать, во! Вот. Ни хрена у тебя их от лагов. Просто понимаешь, в чем ебанометрическая проблема? Ебанометрическая проблема заключается в том, что большинство. Вот если в Google картах вот этих хуёвых, там хоть какие-то заброшки еще более-менее есть. На Викимапе, чувак, учитывая то, что тут автобусная остановка может быть заброшена, какая-то пидорлятня заброшенная, то тут года, я не знаю, заброшки 1950 года еще есть, походу. Пиздец, короче, нахуй. Я знаю, кстати, надо куда влезть, чтобы это было, это хуйня. Сейчас, сука. ЗБ. А, ну, заебись. Новая технология отпечатков. Чё? Чего, блядь? Ну, ты сообщение отправил, ну, это технология отпечатка. Это по Зинглишу надо эту какую делать презентацию, блядь. Это как самоотцу, сука, самосообщение. 48к отзывов. Ой, блядь, пожалуйста, позовите экзорциста, пусть у меня Библии поебал даст. Так. Анальная профилактика. Сейчас, блядь. Там будет Монбяк. Ага. Это как я и сказал, это как это Битцевский парк, это Чикатило портрет повесить. Это получается. Сука, два голоса это. Один начинает, другой заканчивает. Вот это лаги. Да. Блять, когда-нибудь у меня нормальный интернет заработает, но это совсем другая история. Когда я куплю Ethernet кабель. Ладно, короче, это насрать. Ну все, давай, Арсений, это нарезку записал это. Может, кстати, может она выйдет в ближайшее время, как новая подрубрика. Такое название надо придумать. Ну все, давай, Арсений, как говорится, это слева. Слева.